Задержали меня сотрудники, причем, когда задерживали, еще и лупили. Я впервые приехал домой, и вот так меня встретил родной ГУ. В России громкий скандал. Российский военный Егор Гузенко, который является медийным персонажем и ведет популярный Z-канал в Телеграме, который называется 13-й, арестован российской полицией. Гузенко достаточно скандальный персонаж, который прославился не только регулярными призывами к геноциду украинцев в своем Телеграм-канале, но и довольно жесткими наездами на российскую власть, время от времени находясь, очевидно, в состоянии то ли алкогольного, то ли наркотического опьянения, Гузенко выкладывал видеообращения, в которых разоблачал ложь российского руководства и российского командования и рассказывал о проблемах в российской армии. Хотелось бы поднять очень важный вопрос снарядного голода в войсках. Это сейчас ощущается на разных направлениях и набирает это нездоровую тенденцию. И что немаловажно, Егор Гузенко всегда признавал, что Россия воюет на Донбассе не с 2022, а с 2014 года, и тем самым опровергал вранье Путина про внутренний конфликт и гражданскую войну, подтверждал, что никакого внутреннего конфликта в Украине на самом деле не было, а с самого начала, то есть еще с 2014 года, была только российская агрессия. Для тех, кто думает, что война началась 24 февраля прошлого года, я сейчас открою Америку. Война началась давно. На Донбассе конкретно она началась в 2014 году. Там воевали не только ополченцы, так называемые, и русские добровольцы, соответственно, один из которых был я, но и Министерство обороны Российской Федерации. Вот. Мы хоть и говорили, что наших войск там нет, но все те успехи, которые ополчение Донбасса понесло в 2014-2015 году, это заслуга российской армии. Со временем заявления Гузенко становились все более резкими и радикальными. В одном из своих недавних видео я уже рассказывал о том, как он фактически в одном из своих выступлений обвинил российскую власть в предательстве. Заявил, что в Кремле сидят предатели. Позже, очевидно, протрезвев, Гузенко эти видео из своего телеграм-канала удалил, но, как обычно, было уже поздно, поскольку в интернете ничто никуда не пропадает бесследно. Все, что сейчас происходит, ну, это все предательство. Предатели сидят в Кремле. Все, точка. Предатели захватили страну. Все. У меня другого слова больше нет. Обидно до глубины души, потому что, ну, мы когда-то во все это поверили и пошли воевать. И по-честному воевали за всю эту... Характерно, что 13-й явно предчувствовал, что может присесть в тюрьму за свой длинный язык, но все равно не мог остановиться. Убирают неудобных, сажают по тюрьмам, делают все, что хотят. Мне кто-то говорит, ты не боишься там говорить там и так далее, тебя ж могут там посадить, закрыть. Ну и что, вы нас всех попересажаете, попереубиваете? Нас много. Нас целая страна. Помимо российских властей, 13-й регулярно оскорблял кадыровцев из батальона «Ахмат» и насмехался над Абти Алаудиновым. Сегодня вот Абти Аронович Алаудинов заявил, что срочники должны воевать, как он считает. Давайте начнем с Чечни. Давайте начнем эту программу с Чечни. Давайте срочников с Чечни, с республик. А если нет, тогда давайте про это не говорить. А то чужими детьми легко распоряжаться, а своих вы что-то в бой сильно не пускаете. И очевидно, именно это и стало для него фатальным, поскольку Алаудинов на такое очень обижался, а его подручные записывали к Егору Гузенко обращения с угрозами, в которых обещали закрыть ему рот, если он не успокоится. Это видео обращение к говорящей голове военному блогеру 13-му, он же Егор. Егор. На протяжении длительного времени ты зачем-то делаешь какие-то выпады в отношении нашего генерала, боевого генерала, который всегда на передке, третий год вместе с нами. К нашему командованию, к Абти Ароновичу, с твоей стороны, чтобы впредь таких высказываний, каких-то наговоров или придуманных каких-то историй, чтобы не было от слова совсем. С этим пора заканчивать, иначе нам придется помочь заканчивать с этими текстами. Мы сначала говорим, потом мы начинаем уже
действовать. И свои угрозы ахматовцы в итоге реализовали. Что характерно, арестовали Егора Гузенко 5 октября, то есть ровно в день рождения командира Ахмата Апти Алаутдинова, что, согласитесь, весьма символично. На момент записи этого ролика еще точно неизвестно, за что конкретно арестовали 13-го, но поводов, как говорится, там немало. Во-первых, сам Егор Гузенко признавал открыто и не скрывал ни от кого, что является фигурантом уголовного дела еще с довоенных времен. Как он рассказывал, он на момент начала российского вторжения в Украину находился под домашним арестом, срезал у себя с ноги браслет и сбежал на фронт. Но уголовное дело никуда не исчезло. А теперь другие Z-блогеры накопали на 13-го еще кучу всевозможной информации. И очевидно, что он может стать фигурантом уголовного дела еще и по подозрению в наркоторговле, торговле оружием и присвоении себе донатов, которые ему присылали подписчики на армию. Самое смешное началось уже после ареста. Коллеги Z-блогера 13-го, другие такие же Z-блогеры и военкоры, вместо того, чтобы вступиться за товарища и как-то поддержать его в трудную минуту, стали радостно его топить и писать, что так ему вообще и надо, и правильно сделали, что его арестовали, да и вообще по делам ему. К примеру, известная военкорша Анастасия Кашеварова стала публиковать у себя в телеграм-канале компромат на Егора Гузенко и уверять всех, что он предатель и мошенник. Для тех, кто пишет, почему не арестовали на КПП Гузенко, поясняю. Как я неоднократно писала и прикладывала скриншоты, 13-й он же Гузенко передвигается по поддельным паспортам, пересекает границу незаконно. А те, кто защищает Егора, вот вам список его преступлений. Дискредитация армии, экстремизм, подделка документов, угроза расправы, посылал жене погребальные венки, распространял ее фото в соцсетях, запугивал и издевался над ней и детьми, незаконный оборот оружия, мошенничество на гумпомощи, раскрытие секретных данных наших военных и ЧВК за деньги врагу, пишет Кашеварова. Ну, как обычно, как видим, за Россиюшку пошли воевать лучшие люди страны. Ну и, конечно, самый кайф в том, что до конфликта с кадыровцами и ареста никто про Гузенко ничего такого не писал, но как только он перешел дорогу Ахмату, так моментально выяснилось, что он и на врага работал, и деньги себе присваивал, да и вообще экстремист. Егор Гузенко – человек сложной судьбы, с искалеченной психикой с детства из-за насилия и усугубляющимся с каждым днем психическим состоянием из-за употребления наркотических средств. Человек, который за деньги и дозу продаст родину. И продавал. Я не публиковала ничего про 13-го, так как мне было жаль его родителей. Отец был болен, маму и так он измучил своими выходками. Но его психические отклонения не позволяют нарушать закон каждый день, угрожать людям и обманывать их, пишет все та же Анастасия Кашеварова. В общем, очередной пламенный российский патриот, на которого в Телеграме подписано более 300 тысяч россиян, который призывал сбрасывать атомные бомбы на Украину, который хвастался тем, что лично принимал участие в похищениях украинцев на оккупированных территориях, предсказуемо оказался садистом, отморозком, мошенником, преступником, который присваивал себе деньги, которые ему донатили россияне, и в итоге его же в самой же России, за которую он воевал, и посадили. Подписывайтесь на канал, друзья!